А, нет, не бот. Это боты. Ну, то есть, если это боты, их не надо приветствовать. Чешуела, подарки кидают людям. Нет, это правда люди или это боты? Ну, это люди или боты, честно? Какие? А чё они так мало кидают? Я думала, это боты так, типа... Как неловко. Я благодарна, просто я думала, что ну. Нет, есть, как бы видно, что ну, кидают побольше. Это люди настоящие. А так, мне кажется, если мало кидают, это уже боты. Правильно же я говорю? Только не смейся, скажи, как оно есть. А то я просто приветствую, это боты. Зачем я буду приветствовать ботов? Это глупо. Я не хочу приветствовать ботов. Максим! Максим. Вот это бот Мазвин чего-то там. Кидают. Люди кидают. Спасибо. Спасибо. Просто я думала, что как бы если маленькие подарки, то это боты. Теперь знаю, что маленькие. Все, я поняла. А боты никогда не кидают подарки. Так? Что они так знают, что как раз так один кинут и все. Я думала, это боты. Сто 25 бобов. Это уже сложно. Что сложно? Это типа следующая цель. 125 бобов, да, сделать. А это уже сложно. Да? Я поняла. Следующая цель 125, а это уже трудно. Да, япончик, и что? Что ты имеешь в виду против пончиков?
Пончики отличные, ребят. Нет, не открою камеру. У тебя сейчас 75 есть. Плюс 125 надо тебе. Ну, это 125 я наберу, если это, ну, что-то большое будет. Вот. А что-то большого ничего мне не дают. Понял, Максим? Позавчера, вчера давали, а сегодня не дают. Я-то понял, ты поняла. Вот сейчас звоночек был. Это человек или бот? Как понять? Вот это человек, я уже поняла. А есть боты? Вот, это человек. Мавизади. Ну. Ну да, и зачем боту кидать мне подарок, опять же? Короче, я ухожу. Мне надо ехать по делам. По делам надо ехать, по работе. Так что я собираюсь и ухожу. На 2 часа.
Два часа меня не будет. Потом приду. Максим, чего тебе жаль? Мавизади. Мавизади. Что уходишь, жаль. Но я же вернусь. Просто по работе нужно съездить. И вот.